Заявление премьера Армении Никола Пашиняна о закрытии вопроса статуса Карабаха еще в 2016 году и обязательности возвращению на родину карабахских азербайджанцев дают надежду, что сепаратистский проект уйдет в прошлое. Об этом «Вести» АС заявил главный редактор Российского федерального информационно-аналитического агентства «Вестник» Кавказа Андрей Петров, комментируя итоги года для региона и Азербайджана. «На мой взгляд, этот год задал направление всему дальнейшему ходу армяно-азербайджанского урегулирования. Армения первые полгода была занята внутриполитической борьбой, а затем, когда установился стабильный расклад политических сил, приступила к переговорам с Азербайджаном и Турцией по нормализации отношений, а также с Россией и Западом по расширению помощи истощенной войной республике», заявил Петров. По его словам, Армения решила утвердить переговорную позицию на требованиях выдачи всех своих граждан, попадающих под контроль азербайджанских спецслужб, и отведения азербайджанских войск на комфортное для Еревана расстояние от границы двух государств. Эксперт указал, что данные требования она использует на встречах как инструмент продавливания выгодных для нее условий послевоенных процессов. Причем после победы партии Пашиняна на парламентских выборах Армения торгуется весьма активно и на всех направлениях. К концу года это привело к согласованию маршрута железной дороги Зангезурского транспортного коридора и договоренности о начале делимитации армяно-азербайджанской границы. Хотя пока никаких конкретных работ Ереван еще не начинал, сказал политолог. Главный редактор пояснил, что в течение года официальная власть Армении постепенно уменьшала долю карабахских вопросов в своей повестке, концентрируясь на проблемах и задачах развития самого армянского государства. В итоге тематика поддержки сепаратистского проекта в Карабахе сегодня пропагандируется почти исключительно реваншистской оппозицией и националистически настроенной частью армянской диаспоры. В документах ноябрьской встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна при посредничестве Владимира Путина в Сочи и декабрьского раунда с участием Шарля Мишеля в Брюсселе Карабах не упоминается, то есть он исключен из повестки армяно-азербайджанского урегулирования. Сенсационные заявления Пашиняна о закрытии вопроса статуса Карабаха еще в 2016 году и обязательности возвращению на родину карабахских азербайджанцев позволяют надеяться, что сепаратистский проект уйдет в прошлое, так же как карабахский конфликт, отметил Петров. Говоря непосредственно об итогах года для Азербайджана, политолог подчеркнул, что первый год карабахского возрождения прошел весьма продуктивно. В кратчайшие сроки построен первый из трех аэропортов на освобожденных землях, проложена новая трасса до города Шуша, дорога Победы, активно строится иная транспортная и социальная инфраструктура на месте уничтоженной за годы оккупации. Благодаря силовой дипломатии Армения была принуждена выдать карты минных полей, хотя их точности оказалась довольно низкой, напомнил он. Эксперт также указал, что также на дипломатическом фронте удалось исправить изначальный перекос в отношении Европы к странам региона. Если еще летом Брюссель явно был на стороне Армении, то брюссельские встречи Ильхама Алиева показали заинтересованность европейцев в развитии взаимовыгодных экономических контактов с Азербайджаном. В целом, на протяжении года Баку последовательно работал над исполнением трехсторонних заявлений со своей стороны и при поддержке Москвы контролировал поведение Еревана, сказал политолог. По его словам, вместе с тем год был нервным и тяжелым, так как у Азербайджана стояла задача не допустить какого бы то ни было отыгрыша реваншистами итогов Карабахской войны, а у Армении извлечь побольше выгод из своего поражения. Можно сказать, что если война закончилась в 2020, то весь 2021 шла борьба за мир на Южном Кавказе. Участвовали в этой борьбе и другие государства. К примеру, во втором полугодии Иран, после смены власти, попытался силовым способом укрепить влияние на послевоенные процессы. Однако Азербайджану удалось заменить конфронтационную повестку, предложенную иранцами, конструктивной. И к концу года Баку и Тегеран подошли как партнеры, связанные новыми экономическими проектами в газовой и логистической сферах. «Таким образом, непростой первый год без войны завершается на позитиве», — добавил собеседник. Говоря о прогнозах на год будущий,
эксперт предположил, что он будет проще. Если в Армении не произойдет переворота, действующая власть в течение года, договорившаяся обо всех возможных выгодах для себя и своей республики, будет работать над получением этих выгод, тем самым исполняя принятые на себя обязательства по разблокированию коммуникаций и диалогу о делимитации границы. Разумеется, торг с Азербайджаном, Турцией, Россией и Западом будет продолжаться. Вполне возможны обычные торможения с армянской стороны, но движение явно начнется, пояснил главный редактор. Он выразил мнение, что в будущем году между Ереваном и спонсорами сепаратистов проявится некий разрыв, что будет содействовать, к примеру, установке азербайджанского КПП в Лачинском коридоре в обмен на армянскую таможню в Зангезурском коридоре. Постепенно будет заселяться город Шуша. Остальные города и села в течение года будут по-прежнему отстраиваться заново и разминироваться, сказал Петров. По его словам, пока в Армении не обезврежены реваншисты, еще и получающие поддержку из диаспоры, не исчезнет угроза диверсий и терактов, в том числе в Карабахе. Противники мира на Южном Кавказе будут только усиливать свое давление на всех внутренних игроков и пытаться вновь расшатать регион и обнулить то, что было достигнуто такой дорогой ценой. Поэтому надо оставаться бдительными. Но глядеть в будущее сегодня стоит скорее с оптимизмом, резюмировал эксперт.